Всем привет с канала Brim Team, и у нас новое видео. Видеороликов не было очень давно, но постараемся, чтобы они выходили теперь чаще. В межсезонье рыболовная тема не может быть так сильно раскрыта, и решил я дополнять тематику канала другими видеороликами по другим своим хобби. Также это сборка моделей военной техники. Попозже сделаем обзор на то, что у меня есть сейчас. Вчера вот Кристина купила мне в подарок вот такой большой набор. Это Т-72Б. Российский основной танк с активной броней. Масштаб 1:35. То есть довольно-таки большая получится техника по масштабу, как вот на картинке. То есть если поставим потом собранную, она будет примерно вот такая. Это идет подарочный набор от компании «Звезда». Ссылку попробую оставить, если найду. Покупали в детском мире. Также идет подарочный набор, который включает для себя все для сборки и покраски. То есть он собирается также при помощи клея. И для покраски мы здесь имеем вот такой стенд. Стенд с красками. Акриловая краска для моделей. Различаются по номерам. Защитный акрил, черный акрил, вороненая сталь, светло-зеленый акрил. Вот такая подставочка. Думаю, буду докупать потом краску, чтобы красить свои модели. Так что это очень полезная вещь. И также здесь идет клей, также от компании «Звезда». Такой тюбик. Объемы здесь, наверное, 5 мл всего. Клея, мне кажется, можно было побольше положить производителю. И одна кисть. Кисть идет одна. Колонок номер 2. И артикул. Все, ну, видимо, простая кисть из канцлера. Убираем это в сторону. Также, что мы здесь имеем? Количество деталей. 304. 29 сантиметров будет в длину. Маркировка деталей можно увидеть. Потом с этой стороны также изображение. Так, штатив. Здесь представлены их также дополнительный модельный ряд. Здесь ничего, здесь просто картон. Снимаем крышку. Здесь нас встречает вот такая вот коробка. Видите, такой у нас покопинин. Коробку открываем. Видим сразу инструкцию и огромное количество сборных деталей. Сейчас получше все это уберу, чтобы было видно получше. Значит, окраска и маркировка. Что, как делать, что куда приклеивать, декаль, какое, что, чем красить. Что краски не токсичны. А здесь идет даже упаковщик, дата комплектовки, руководство по сборке. Так. И сама схема, что и как, начиная с нуля, то есть вот с первой основной детали, дальше по сбору траков, гусениц, активных элементов, башни, пулемета, сборки башни целиком. Также модель танкиста присутствует. И конечная полная сборка. Сразу говорю, что видеоролик по полной сборке снять не удастся, иначе это надо будет, он будет, наверное, минут 40 в ускоренном режиме идти на X8. И поэтому будут сниматься некоторые фрагменты съемки, и потом я позже это все склею в один видеоролик. Идет неупакованная деталь пуза танка, куда мы будем цеплять ходовую часть. Здесь у нас идет такой, вообще не поднимешь его, такой лист с декалями.
которые нужно будет клеить на танк. И один пакет, это все, как я понял, для башни. И большой пакет для сборки. То есть очень много деталей. Вот даже можно увидеть, это модель танкиста. И уже здесь все для сборки. Пронумерованные детали, что к чему присоединять. А, скажу о том, что для меня такая первая большая работа. И то есть это нужно будет прям делать аккуратно. Будем делать со всеми схемами, со всем, чтобы ничего не испачкать, не испортить, не сломать, что очень важно. В будущем, думаю, сделать также на канале упор на эту тему, так как все-таки будет, наверное, он у нас не только рыболовный, но и по другим интересам. Кому интересно, ждите видеороликов на данную тему. Ссылки оставлю в описании. Стоимость этого комплекта 1299 рублей. Это по акции, так как это еще подарочный набор, дополнительная акция на них идет. И поэтому, кому интересно, вот компания «Звезда», либо также вроде бы российская компания «Моделист», очень как раз таки офигенную делают продукцию для такого хобби, как сборка. Благодарю за просмотр. Кому было интересно, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Скоро будет много интересных видео, также на тему зимней рыбалки, так как уже зима близко. И так что не прощаемся. До скорого. Всем пока.